если говорить вот так лаконично. И мне очень приятно. Есть один... ну, в принципе, фанат, я думаю, знаешь, это такое вот слово, которое для кого-то может быть обидно. Потому что, ну, вот как-то фанат, человек, любящий твое творчество. У меня есть один человек, который... Я, наверное, ну, это, наверное, незабываемое чувство. Это запомнится на всю жизнь, и я буду рассказывать об этом своим внукам, который взял строчку из моего текста «Меня не станет, меня воскресят стихи». И, собственно, сделал татуировку с этими словами. Это вот как-то вот цепляет, понимая, что ради этого стоит творить дальше, и ради таких людей стоит творить дальше. В целом, именно фанаты, наверное, двигают музыку любого артиста куда-то дальше, выше, в будущее. Поэтому никогда стараюсь не отказывать людям, просящим сфотографироваться или автограф. Ну, все мы люди, конечно, бывает, совсем нет настроения, и в таких моментах хочется, конечно, сказать, что ну, вы меня тоже поймите, мне совсем не до этого. Но в целом я, наверное, благодарен фанатам группы «Марсель» за то, что они у нас есть. Это как минимум.